или кокос. Вот на лето это такое сейчас эликсир счастья. Он позиционируется как эликсир счастья, как экзотический солнечный эликсир. Это гурманика, гурманский, съедобный аромат. Хорош для лета, хорош для настроения, вообще для тех, кто любит ванили, кокосы. Основные ноты – это розовое дерево, кокос, ирис, иланг-иланг, жасмин, сандал, ваниль и бобы тонко. Ну, такое для лета тоже. В масле он есть, великолепное масло парфюмированное, сухое, 100 мл. Банная линия.